В Южной Осетии вспоминают погибших во время грузино-осетинской войны в августе 2008-го. Ровно 4 года назад грузинские войска атаковали Южную Осетию. Погибли более 1500 человек. С рабочей поездкой в Цхинвал сегодня прибыл российский премьер Дмитрий Медведев. Он возложил цветы к мемориалу памяти жертв первой грузино-осетинской войны. Медведев посетил печально известную школу номер 5, которая сильно пострадала в 2008 году, и одну из больниц Цхинвала. Все учреждения сейчас уже восстановлены и функционируют в обычном режиме. За 4 года осетинскую столицу почти полностью восстановили, появились новые жилые микрорайоны. Россия активно включилась в восстановление независимой республики. Корреспонденты последних известий не раз отправлялись в Цхинвал. Мы рассказывали о тяжелых судьбах осетин, многие из которых остались без крова после войны. Сейчас вопрос жилья в Южной Осетии постепенно решается.